Вообще все зацеп, пришлось Диме раздеваться, а там уже Харрис сидит. Ну вот сейчас мы его достанем его. О, касается, видите? Не хотите, ну не тяни ты его. Все, ты его вытягивай. Вот так у нас бывает. О, это не знаю, как это назвать. Вот он, резина. Вау. Вот он. Сейчас зацепился. Ладно, вырубаемся. Вот зацепился Харрис. Дима тут идет. Я задницу, подождите. Харрис ушел. Ушел Харрис, да? Да. Ну, он оборвал, скорее всего. Ну, все, тогда все. Все, он выбирается. Неудобно вытаскивать. Ну нормально, хорош. Хорошенький. Косары. Таких рек. После этого становятся, видите, красные. И от болотников потертости. Видите, одна потертость. Эти эти сырые. Вторая потертость тоже натертая. Ну и зад. Наш зад, это вообще сидим. По брови тропа выходит сразу. Эти прямо. И после захода купания, короче, в реке. Когда скальник, вот ногам очень больно, если вниз. Когда пошел песочек, вообще идеально. Просто идти удобно и такой кайф испытываешь вообще, ребят. А когда на скалы переходишь, то ногам больно. Поэтому какие-то надо универсальные такие эти обувь одевать. Сланцы, тапочки, ну, тоже скользить будут. Хорошая, но, видите, зацепов много. Теперь, короче, придется Ивану лезть испытать. По галечнику, где галька, Иван, там хорошо идти, вообще классно. А где скальник, короче, фигово. Что так, в болотниках? Вот такая вот штучка получилась. Подходит. Долгое отцепление. Ну, у вас приходится еще и долго так постоять, чтобы отцепить. Ну, вот, отцепилось.